Ну что ж, мы летим аэрофлотом Москва-Мале, аэробус А350-900, компоновка 333 до самого конца. Двойных мест нету. Сейчас Елена расскажет свои ощущения. Вообще, когда мы покупали билеты, мы бронировали заранее места двойные. Видимо, была другая компоновка самолета. Но нам повезло, что мы все сидим вдвоем. Нам третьего пассажира не посадили, и то спасибо. Все, лететь почти 9 часов. Но я думаю, оно того стоит. Мы получим забываемое впечатление удовольствия. Подробности позже. Мы сразу же попросили пледы. Нам их дали без проблем. Есть информация, что в самолете в полете холодно, а пледов на всех не хватает. Поэтому мы попросили сразу же при посадке, что и вам рекомендуем сделать. Лена, расскажи, сколько у тебя места? Мы готовимся к взлету и просим вас перевести в авиарежим или выключить электронное устройство и мобильные телефоны. Убедиться, на самом деле, мой рост 1,76 м. Если сесть очень ровно, по стойке спирта, смотрите, сантиметров. 15, даже может 20. А если развалиться? Ну, наверное, терпимо. Ну, скажи. Все хорошо. А самое главное, хорошо, что у нас нет третьего пассажира на нашем ряду. При посадке в самолет выдают набор. Вот такой вот аэрофлотовский, в котором есть тапки. В которых очень прикольно, комфортно лететь, дальше что-то. Маска, чтобы в ней спать. Губная помада гигиеническая. Еще были беруши, а вот они, еще беруши, чтобы никого не слышать. Маска, чтобы никого не видеть, беруши, чтобы никого не слышать. Удачного полета. Скажи, куда летишь? Летим в то место, куда мечтают полететь очень многие, особенно девушки. Это Мальдивы. Мы надеемся, что они нас не разочаруют. Лететь из Москвы почти 9 часов, а мы еще летим из Екатеринбурга со стыковками. Но такова жизнь нынче. В самолете Аэрофлота летим со всякими небольшими приятностями. Также есть медиа-система, думаю, кстати, хочу сказать, что перелет ночной, поэтому неизвестно, посмотрим ли мы мультимедиа или нет, но оно есть, можно развлечься. Что нам предлагают на ужин? На выбор была говядина с рисом, либо тефтели с картофелем. Всем одинаково предлагают сыр, плавленый, масло, хлеб, майонез, сельдь с картофелем, булочка и какой-то сладкий кекс. Ну, наверное, будут позже предлагать чай, кофе. А перед этим нам предлагали напитки. На выбор была газировка, сок яблочный, томатный, апельсиновый, морс, вино красное, вино белое и пиво. В принципе, нормальный набор. Приятного аппетита! В общем, я попробовала тефтели с картофелем, я попробовала говядину с рисом. Прям все очень прилично. Мне понравилось. Аэрофлоту респект. А, кстати, это был не майонез, это было оливковое масло. Ну, мы раскрылись, но полили картошку с селедкой. Ну, да, читать надо надписи на упаковках. Ну, завершительный аккорд. Горячие напитки. Чай с лимоном, кофе с молоком. Женя доедает свою кожу. Нам предложили мороженое. Аэрофлот. Ложечка сверху. Открываем. Вот она ложечка. Мороженое. Попробуем. Как?
завтрак. И нам предложили вот такие вот пирожки из слоеного теста. Чай, кофе, сок, вода. Алкоголь на завтрак не предлагают. Ведем здоровый образ жизни. Разошлись во мнениях. Мне кажется, что у меня пирожок с чем-то мясным, но судя по цвету начинки, это, конечно, сомнительно, но на вкус, наверное, это еда космонавтов. А у Жени яблочная. Однозначно яблочная. Однозначно яблочная. Но пирожков в контейнере два, возможно, один, ну, типа мясной, а второй типа яблочный. Сейчас проверим. Вот, видишь, не коричневая. Белая начинка какая-то, светлая. Пробуй. Это вообще картошка. Это картошка. Это Uncle Ben со вкусом говядины. Теперь мой разрежь. Второй пирожок. То есть один был с яблоком, второй с картошкой. В одной упаковке. Коричневый начинка, тут прям даже яблоки как будто бы проглядываются. Это точно яблоко. Вот все. Один с картошкой, другой с яблоком. Все, да, разобрались. Попробуй. Так что, в общем, два пирожка. Один с картошкой со вкусом мяса, а второй с яблоком. Отлетаю. Ох, опять облачность. Красота. Привезли нас обратно в аэропорт. Регистрация начнется только через 2 часа. Сидим, любуемся на картинку.
Аэрофлот, перелет Малев, Москва, первый прием пищи. Мы сидим на 36-м ряду, пока до нас дошли стюардессы, выбора еды не осталось. Осталась только рыба с картошкой. Также есть салатик овощной, булочка, не сладкая, и что-то типа десерт. Так что еще есть? Масло сливочное. Второй прием пищи. Курица с пастой, и еще был вариант рыба с рисом. Также салат с кусочком, по-моему, красной рыбы. Булочка